В школах Твери открылись еще 4 кадетских класса. Один в Центре образования имени Отрощанка и еще 3 в 25-й школе. Там в новом учебном году появились инженерно-правовые классы РЖД. О том, как начался учебный год для юных кадетов, наш следующий сюжет. Быть смелее, развить в себе дисциплину, научиться преодолевать препятствия. Всему этому можно научиться в кадетском классе, считает Елизавета Данилова. Насыщенная программа обучения ученицу ничуть не смущает. Она твердо решила идти по стопам родителей. Когда только объявили, что проводится набор в кадетский класс ФСБ, я с радостью захотела в нем учиться. Мама пошла писать заявление, и я с нетерпением ждала отборов. Но мне посчастливилось оказаться в этом классе, и я очень довольна. Кадетский класс появился в Центре образования имени Отрощанка не случайно. Школа носит имя майора Федеральной службы безопасности, который героически погиб при выполнении боевой задачи. В День знаний напутственные слова ученикам произнесли родители Александра Отрощанка и председатель Совета ветеранов Управления ФСБ по Тверской области Александр Яковлев. Они пожелали школьникам прилежно учиться и отметили значимость патриотического воспитания молодежи. Организации встреч с ветеранами военной службы, посещение музеев, посещение специальных секций, как, например, прикладное карате, а также выезды в музейный комплекс в Оржеве, мемориал советскому солдату. Все это формирует в молодых людях любовь к родине, любовь к близким, уважение к старшим. Сама учеба в кадетском классе дисциплинирует их. Первые в Твери инженерные кадетские классы РЖД открылись в 25-й школе. Это стало возможным благодаря сотрудничеству образовательного учреждения с филиалом Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге. Здание школы входило в комплекс Николаевской железной дороги и практически всегда готовило кадры для, значит, непосредственно путейцев. Сотрудники РЖД смогут проводить именно мероприятия, занятия по доп. Образованию наших кадет. То есть будут проводиться, значит, уроки, направленные на правовое воспитание отцы российских железных дорог. Всего в кадетских, инженерных и инженерно-правовом классах 25-й школы будут учиться 76 учеников. На торжественной линейке в адрес будущих путейцев прозвучало много теплых слов и добрых напутствий.